Мы на Вильнюсской улице, в московском районе Ясенево. И эта улочка проходит между Голубинской и Новоясеневским проспектом. Поехал троллейбус по сокращенному 72-му до метро Беляева. Так, а мы, так как солнце оттуда светит, наверное, пойдем прогуляемся в обратную сторону, в направлении Новоясеневского проспекта. Так, или, не знаю, или по той стороне, чтобы попробовать перейти. Ну ладно. Тут немножко переход. Машина сюда. Вот, нормально. Перешли вроде. Ясенево. Зеленый райончик. Со всех сторон парки. С одной стороны Битцевский парк. Потом тут есть, с другой, ландшафтный заказник Теплый Стан. Еще с третьей тут есть местный Ясеневский лесопарк. Что с экологией тут явно полный порядок. Здесь мы подошли к пересечению Нового Ясеневского проспекта. В той стороне, там вдалеке, Теплый Стан. Туда метро Ясенево. А дальше вот идет Литовский бульвар. Таким вот полукругом он идет. Надо было, наверное, подальше к Голубинской зайти. Ну что, пока светофор, я думаю, можно прогуляться по Новоясеневскому проспекту. В следующем выпуске покажу его побольше. Прогуляемся от этой точки до станции метро Ясенево. Пойдем к светофорчику.